16 ноября 2018 года, день, когда в Талант-центр DDC стартовал новый проект «Благотворительный. Танцуй, чтобы жить». Feeling my steelo, ayy. I got green like CeeLo, yeah. She see me ballin' like the D-League, ayy. Her X-Men was on the D-Lo. А ты сегодня открываешь наш новый проект. Как тебе? Что ты чувствуешь? И почему ты вообще занимаешься благотворительностью? Это очень крутая идея. И это один из, наверное, моих самых любимых проектов DDC на данный момент. Потому что я чувствую в себе какое-то желание, если у меня есть возможность помочь людям. И если чувствую это в других людях, это вдвойне приятно, тем более, если ты параллельно с этим делаешь свое любимое дело. Расскажи, пожалуйста, нашим зрителям, почему ты занимаешься благотворительностью? Ну, чтобы помочь детям и людям всем, чтобы все жили хорошо. Что я горда тем, что наша студия начала принимать участие в такого рода проектах. Я считаю, что нужно делать добро, не проходить мимо чужого горя. Поэтому мы занимаемся тем, чем занимаемся, тем, чем начали заниматься. Walk straight into the action. Step in, they treat me like I'm Michael Jackson. And VIP looking like I went platinum. And still keep the bread under the mattress. And she right from her head to her heels. I'm on her mind like she forgot to pay a bill. And you can ride if you keep it real. She want the pickle cause she know the deal. Почему ты любишь помогать людям? Потому что это добрая работа. И мне нравится, что ты им помогаешь и себя вдохновляешь тем, что ты помогаешь людям. Спасибо большое. Давай пять.